А вы знали, перед смертью у домашних питомцев, как оказалось, тоже бывают последние желания. Но знают о них только ветеринары, которые усыпляют старых и больных. Однажды был задан вопрос ветеринару, что является самой сложной частью его работы. Специалист, не задумываясь, ответил, что ему труднее всего видеть, как старые или больные животные перед усыплением ищут глазами своих хозяев. Дело в том, что 90% владельцев не хотят находиться в комнате с умирающим животным. Люди выходят, чтобы не видеть, как их питомец умирает, но они не понимают, что именно в это последнее мгновение жизни их любимец действительно нуждается в них. Сотрудники ветеринарной клиники в Швеции разместили на своей странице Facebook сообщение ко всем людям, у которых есть домашние питомцы. Ветеринары просят хозяев быть рядом с животными до самого конца. То, что они умирают раньше нас, это неизбежно. Не забывайте, что вы были центром их жизни. Возможно, они были лишь частью вашей. Но ведь они тоже ваша семья. Как бы трудно ни было, не оставляйте их, не позволяйте им умирать в комнате с незнакомцем, в месте, которое им не нравится. Ветеринарам очень больно смотреть на это. Но то, как питомцы в последние минуты жизни не могут найти глазами хозяина, они не понимают, почему он их оставил. Им ведь нужно было его утешение. Ветеринары делают все возможное, чтобы животные не были так напуганы. Но они им совсем чужие люди. Не будьте трусом, который считает, что это слишком больно для вас. Подумайте о питомце, выдержите эту боль. Ради своих любимцев будьте с ними до конца.